Ну все, полетели вперед. 25% тратится. Ой, так тут рядом совсем можно было пешком дойти. Это рядом на звездолете. А так-то не так уж и рядом это было. Садимся. А я не могу, у меня пока этот экран. Во. А еще вот один минус хочу сказать. Корабль не может зависнуть на одном месте. Он постоянно в движении. Да, это очень неприкольно. Что это за штука? Что это такое? А, вызвать звездолет можно. Это если потерялся. Ого. Станция прям такая. Мы такого не видели. Ага. О, как. А, то есть вскрыть? Только таким образом. Давай осмотримся пока. Что там такое вон слева? Значок-то слева показывает тебе. Сейчас. Что-то похожее на то, что мы уже нашли, но... Другое, да? Да. Она просканировалась или далеко просто? Просканировалась. Существо относится к уже открытому виду. Осталось видов 8. Угу. А, ну вот это как раз точки маршрута. Угу. Если я правильно понимаю. Ой. Да. Но животное не добавилось, смотри, видишь? Добавилось, но... Вид тот же. Да. Угу. Пол векторизированный. Вектор. А у этого ортогональный. Я даже не буду спрашивать. Очень странно. Атлас пас. Которого у нас нет, Атлас Пас непонятный. А лампа, по-моему, опять активная была, да? Да. А зачем вот она? А вот не знаю зачем. Можно гасить, можно включать. Ой, там мне показалось или дверь открывалась? Странно. А, наверное, просто сверкнула. Это вот, мы сверкнула. Видели, да. Я вообще помню, что на видео показывали, что такие двери взламывать можно, и там что-то есть внутри, но не знаю, как бы. Но там, похоже, большое помещение. Но мы сейчас попробуем взломать, главное, чтобы на нас этот робот не напал. Нам бы оружие сделать, у нас же оружия-то нет, у нас есть только этот. А, то есть луч. Эта штука не подойдет? Не знаю, сейчас проверим. У нас, по-моему, оружие, потому что мы не сможем сделать. А вдруг сейчас отстреливаться начнут? Ты такой туда пиу, а тебе в ответ пиу-пиу. Вон, смотри, видишь? Ага. Летает. Тут много. Вот-вот. Откуда-нибудь со стороны. Чтоб их видно было. Из-за угла, да-да-да. Он опять летит, смотри, видишь? Ага. Что я там могу сделать? Плазмомет. Пожалуйста. А это что? Интенсификатор расщепителя. А, быстрее разрушать ландшафт позволяет. Боезапас плазмомета Сигма, кстати, увеличивает. И... Какая-то материя там нужна. Непонятная. Микроплотная материя. Надо смотреть, из чего она делается. Я могу ее сделать? Смотри, могу. Угу. Платина 10 и железо 50 у нас есть. А нам две нужно было, да? Да. Точно. Две. Во. Ой, смотри, они обе красненькие стали. А, заряжать нужно их еще. Нет, а почему они обе красные?
До этого они не подсвечивались так. Вот, может быть, какой-то смысл есть в том, что надо рядом ставить? Я не знаю. Как-то я не обратил внимания, там написано что-то по этому поводу или нет. Ну чего вы там летаете-то? О, улетели, улетели. Летит уже обратно, да? Да. Ну, вот как с ней быть? Давай сделаем так. Мы ее за углом здесь грохнем, да? Так тревога поднимется. Ну да, в любом случае поднимется. Во, улетает, улетает. А, нет. Ой. Толстая. О! Стражников бей. Да может я успею? Вот сейчас подмога еще придет. Да я не успею их убить всех. А сколько их тут? 3, кажется. Мочи дверь. Пока никого нет. Фу. Что? Тревога. Стража деактивирована. По экрану ползет сообщение системы безопасности. Это какая-то неразборчивая смесь из слов. Насколько я понимаю, мне нужно обратить внимание на рабочий процесс справа от меня и, возможно, возобновить работу станции. Справа от тебя. На рабочий процесс справа от меня и, возможно, возобновить работу станции. Где космическая станция? Платформа. Ничего не поняла, что нужно сделать вообще. А вот сюда пройти? А, фигушки. Требуется Atlas Pass 2. А вот тут что у нас? Сбег. И не такой. А. Во. Фокусировка луча Сигма. Угу. Расщепитель быстрее обрабатывает богатые ресурсами материалы. Прикольно. Плутония не хватает. Да, но у нас составить некуда улучшение-то. Там, возможно, нужно будет заменять просто. Давай что-нибудь выберем, пункт какой-нибудь. Какой? Потом еще нужно будет пробежаться по полю, там где-то троих этих стражей. Грохнул там чертежи же. ГЕК, космическая станция. Гек это, я так понимаю, раса. Вот. Раса, да, наверное. Потому что из того, что мы пробовали вот в первой попытке, мы поняли, что гек это раса. То есть и Саша попался какой-то, не знаю, как его назвать, монумент, монолит. Амулет там даже, наверное, какой-то, или... А, который слово у нас... учил его языку. Да-да-да. Этой расы. Я думаю, тут тоже такое есть. Так а что выбрать-то в итоге? Я не знаю, выбери что-нибудь, хоть что. Да даже не знаю просто на что ориентироваться, чтобы выбрать. Пусть будет, короче, торговая станция. Давай другой попробуем. Ты думаешь, дадут? Нет, не дадут. Все. И что? Ну, по крайней мере, нас не ищут. Нет, непонятно. А дальше-то что, она так и будет теперь нерабочая? Или нам нужно что-то найти, чтобы понять? Я думаю, все. Теперь только через какое-то время прилетать, опять дверь выламывать. И вламываться туда. А третья где? Нам нужно язык сначала выучить, да? Возможно, да. Какой-то нейтринный модуль. Без понятия, что это. В принципе, там вот лечилка, кстати, валяется. Где? Пролетели уже, да? Звуки. А, это просто... Просто пролетели. Звездолеты. Крестиком светилось просто. Ты когда подсвечивал, крутился. А. Вот, видишь? Вот, да. Она же как раз, по-моему, жизнеобеспечение восстанавливает.
Вроде как да. Или просто что-то другое? А у нас есть она? А у нас здоровье-то максимальное. Нас особо не покоцали. Нет? Отлично. О, тут рядом, смотри, что-то. Плутоний. На горе, что ли, прям вот эта метка? Не пойму. Нет, где-то ниже, под. Что? Вот они, приставучие гады. О, смотри. Заяц какой-то. Это не заяц, у него рога. Ну вот это рога, а вот это что? Я его не видела вообще. Ты кто такой маленький, юный, непонятный? Радикальный, ловкий. Что ест? Растительность ест. Углерод. Такой странный. Нас с планеты, правда, уже отправляют, но я думаю, что мы не будем так спешить. Вот новое растение. Нет, старое. Ты такое уже сканировал? Да. Когда успел, не знаю. Ну, полетели к следующей станции, что ли? А! Убегаем, ничего, да? Ничего не было. Ну так, для профилактики убегаем. Она за тобой летит, нет? Да, летят! Проверяет. Они там проверяют, что я делал. По базам шерстят. Стояло тут, росло что-то или валялось ли что-то, может быть. Ага. Что-то испортил. Где тут метка-то была рядом? Тут их много, на самом деле. Внутри? В горе? Смотри. Да. Вот прям под тобой где-то. Так, не понял, куда я сел. А, все нормально. Прям испугался даже. Ух ты. Это что еще такое? Не знаю, спускайся, посмотрим. Я надеюсь, я вылезу потом. Сфера концентрации. Ой, что только не находим. И непонятно, куда все это складывать. Плутоний. А вот еще коробка большая. Вот нет, сломана. Нет, она вскрытая. Мне показалось, просто она светилась. Оно как-то светится. А, это точка маршрута? Mm-hmm. А почему такая высокая? Подожди, а это было такое? У нас не было такого. Нет. А что это такое летит там? Корабли. Ага. Обнаружена развитая форма жизни. Ух ты. Клево. Может быть, там продаваться можно или еще что-то такое делать. Станция может быть полноценная какая-то. Да, возможно. Ну, хорошо. О, вылетел. Круто. Что тут у вас есть полезного, нет? Ничего? Гиридий только вижу. Почему вот тот подсвечен, а этот не подсвечен справа? Или справа просто скала, наверное? Нет, я думаю, что не скала. Может, он просто дальше? А может, скала просто здоровая такая. И так выглядит. Видишь, вон те подсвечены. Ну да, да, да. Там вообще далеко и светится. Он лагерь какой-то. Это мы из него как раз прилетели. А. Я просто развернулся вот так. Ага. Кружочком. Подожди, или нет? Тут вон еще.
что происходит? Это другой или тот же? Жалко, их отмечать нельзя. Пещера. По-моему, это другой. Там не было пещеры. О, бегает кто-то. А, мы знаем такого уже. Так, стоп, ну это же, это же. Это же, да, старая. Ну подожди, но здесь, видишь, не отмечено. То есть это все-таки другая, но... Жизнеобеспечение. Заправь. Сейчас. Почекаю. Они, может быть, как-то и помечаются, просто мы еще пока не разобрались, как. Зачем она нам? Золотистая металлическая сфера, временно увеличивающая производительность электронных форм жизни. Резко увеличивает производительность скафандра, ускоряя исследования и анализ. Такой баф. Ее как-то зарядить можно, то есть? Да нет. Странно. Жизнеобеспечение еще. Посмотри. Нейтринный модуль. Зарядил только что. Угу. 13 тысяч стоит. Популярен у торговцев. Угу. Ценный компонент компьютера. Так. Что у нас там? Все забито. Угу. Места нет. Нам бы монолиты бы найти. Подожди, да, а ты второй ящик не открыл же вроде? Или оба открыл? Нет. Слушай, не открыл. Что? Гекнип. Какой-то гекнип. Съедобный продукт, крайне популярный среди геков. Позволяет клювоносам, торговцам в течение продолжительного времени выпускать облака ароматных газов. А, ну то есть ты подаришь, задобришь, ну товар обыкновенный, просто за деньги. Ага. Похоже, что все вот это зеленое. Да. Мы уже приходили к такому выводу, но только подтверждается, что все зеленое это на продажу. Товар, видишь, написано товар. Где? Сфера концентрации, товар. Товар, точно. Да. Ну все понятно. Попробуем. Смотреть. Подожди, а может здесь нормально? Не надо ничего взламывать? Думаю, надо. Очень похоже, да. А смысл есть сейчас взламывать? Ну, попробуем. Я отбиваться не буду, я, может, просто сломаю. Тревога. Летят? Где-то летят. Но пока далеко. О, бьют уже. Я не могу здесь стрелять. Ну и они, наверное, не могут. Ну хорошо. То же самое. Я смотрю на экран и вижу там жизнерадостный пузырь с жабрами. Он говорит на языке торговцев и перескакивает с буквы на букву инопланетного алфавита. Эта странная компьютерная программа чего-то от меня ждет. Торговые хранилища открыты. У меня иридия нет? Ты, наверное, на корабль его закинул. Ты можешь просто выйти и ничего не делать. А вопрос, что нужно вставить? Ты же не знаешь наверняка. Давай попробуй иридий. Просто, то есть, он какой-то торговый. Мне кажется, чем реже, тем, наверное, лучше. Ну хотя это обычный. А! Обычный оксид, обычный силикат или обычный изотоп. Угу, они все обычные. Ну, слушай, да, наверное, мы пока язык не знаем, мы не сможем взламывать. Вот он что-то нам говорит, а мы вообще не понимаем, что. Давай технологию заберем со стены. Ха!
Угадал. О, выучили слово расы Корвакс. Редкий. Внимание. Корвакс, Корвакса. Класс. Угадал. Какой молодец. Новая технология. Ускоритель перезарядки. Прикольно. А мне вот интересно. Ну? Как скоро перезарядится предыдущее здание? Возможно, уже перезарядилось. В том плане, что подойти еще раз, попробовать другой вариант выбрать. Не знаю. Улетели, смотри. Ага. Не, они где-то летают. Не, я в том плане, что ты угадала, и все, тревога упала, все. Ага. Золото вижу. Где? Слева, вверху, на горе. Ты кого там? Не знаю, показалось. Похоже, по крайней мере. Похоже. Синий — это платина, да? Чего синее? Синий цветок — это что? Я забыла. Синий — это платина, да, по-моему. Там. А тут где-то еще было, но я не обратила внимания точно где. Просто отмечала, что росли еще вот на этой полянке где-то. Золото. Золото. А тебе его складывать негде. Давай мы сейчас его соберем и слетаем там, где найдена форма жизни. Попробуем. Попробуем. Только я так понимаю, не факт, что мы с ним сможем торговать там. Языка не знаю, да? Ну да. В любом случае нужно сохраниться на корабле. Да, точно. Большая куча золота. Интересно, а что тут самое редкое вот такое вот? Прям вот чтобы, если мы это найдем, прям обрадоваться, что... Мы не узнаем, наверное. Или по цене надо смотреть. По цене. А как вот здесь посмотреть по цене-то? Ну, нужно, нужно сначала ковырнуть и посмотреть, да? Да. Чуть-чуть осталось. Кучище просто. Глыбень. Ну как-то помалу, кстати, тикает-то. Штучка. Ой, не буду я это собирать. На корабль? Да. Вот, что заметил. Ценка. Полом. Полом. Как-то полом. А, это на звездолете есть место. Золото закинь туда. Гильдий, заберите. Ну да. Туда, наверное, товар надо закидывать, потому что... Товары и, наверное, всякое топливо для двигателя там. А углерод при себе держать стараться. Какой еще важный этап путешествия? А. 5000. Чего-то пройдено. Чего-то пройдено. Полетели? Что за звуки? Золото уже восстановилось. Я не понимаю. Видел, да? Да? Ну повернись. А, слушай. Это фармить так можно.
Эх, карты не хватает. Странно, что ее тут нет. Карты. Ну да. Летели сюда. Вон еще золото. Вон еще золото. Здесь не вон так какой-то мало лагерь, золота, смотри. Еще. Это другой лагерь. Это другой лагерь, я говорю, смотри, еще здесь площадка лагерь. Есть. Так мы же в ту сторону летели. Ну там-то у нас метка есть, а здесь метки нет. Ха. А, тоже вызвать корабль. Угу. Ничего, ну-ка, что я место-то занял. Пойдем-ка. Красным горит. Ой, в смысле, зеленым горит. Ага, давай-ка мы зайти, сначала. Наверное, можно, раз зеленый. Это же почекать? Да. Там ящики рядом? Да. Загляни. Ох, опять этот Атлас пас. Это просто товар. Баллон какой-то энергетический. По-моему, у нас что-то заглючило. Что за звуки непонятные постоянно идут? Корабли летают, вот вижу. А вот этот звук, да, как при сканировании, да? Да, что-то такое. Ну, возможно, глюкнуло что-то, да. Здрасте. Здрасте. Он же не агрессивный? Не. Брокер. О. О! В смысле инвентарь полон? Ой, энергетический баллон. Это в ящиках забрал на улице. И скинуть это некуда. А зачем он нам нужен? Не пойму. А, в системе жизнеобеспечения используется. Может быть, ее потратить? Штучку эту. 75% заряжает. Ну, как-то жалко. Жалко, да. А у нас? Эх. О. Цинк еще можно перекинуть. О. И нифига не понятно. Небольшое существо выглядит очень занятым. Похоже, оно подсчитывает торговую прибыль. Его глаза открываются шире, в предчувствии нашего первого контакта. И оно начинает жадно потирать пальцы. Оно многозначительно указывает на цифры на своем планшете, после чего начинает прыгать на месте. Не могу не отметить, что пахнет существо просто изумительно. Погладить форму жизни. По голове извиниться за то, что не можете помочь. Дать юнит 10. Но оно явно от нас вот что-то вопрос, хочет. Вот вопрос, может быть, ему... Давай юнита дадим. Потому что оно, видишь, указывает на цифры на своем планшете. Форма жизни явно в восторге. Она дает мне что-то взамен. Технология? Фазовый луч, лазерное оружие космического судна. Лучевое оружие для ведения боя в космосе и добычи ископаемых. Для перезарядки необходимы изотопы. Чертеж тебе дал. Да. Ну, клево. О, теперь относится к нам лучше. Требуется 20 углерод. Зачем? У тебя с собой есть углероды? Есть. Торговец смотрит на меня, выпучив глаза от любопытства. Он несколько раз щелкает клювом, испуская нейтральный запах, и ждет, что я скажу. Как интересно. А, то есть это такой обмен, как бы. Он мне щит зарядил, я ему 20 углерода отдал. Ага, а вот растение у него. Расканировать. Кстати. Нельзя, что ли? О, смотри-ка.
Расширение радиуса Сигма. Мы столько чертежей уже нашли, Кроу. Хочу чертеж на увеличение рюкзака. Интерфейс. О, терминал галактической торговли. Вот, продавайте предметы своего инвентаря. Пользователь, админ, Крайус, статус. Вот тут это статистика. Небольшая такая. Ну-ка, продать. Можно покупать, можно продавать. Ну-ка, давай продадим. Я так понимаю, мы можем вот это все зеленое смело продавать. Золото там тоже. Причем смотри, зеленым то, что идет выше, чем средняя стоимость. Да. Ну это, я так понимаю, что по-хорошему надо подбирать, конечно, где подороже там что продать. Но здесь разница в процентах такая маленькая, что смысла, мне кажется, нет. Да, да, в любом случае у тебя пока мало места, нет. И денег мало. Да. И... Не, ну смотри, 26 тысяч. Особо негде. Просто так? О. Гикнип. Еще 20 тысяч. Золото 37 тысяч. Хо-хо-хо-хо. А вот это не продается. А почему? Странно. Подожди, у меня нет никаких ночных кристаллов. Это он врет что-то. А, то есть здесь просто список весь, что ли, всех возможных материалов. Получается. Нейтринный модуль. Продаю. Угу. Сфера концентрации, я так понимаю, тоже продаю. Продавай. Плутоний не продам, да он и дешевый. Геридий тоже недорогой. Титан. Титан тоже. Нам, наверное, пригодится. Лучше не будем продавать. Ага. Он даже непонятно пока, где его добывать. Единственное, где мы его брали, это с этих. С роботов как раз. Со стражей. Ну ладно. Класс. А что там можно купить? Все то же самое, наверное. Да. Там и 9. А зачем нам Тами? Нет, в принципе, особо не нужен. Но он недорогой, кстати, можно купить. В этот, в звездолет, в двигатель там какой-то импульсный. Нам требуется. Но мы найдем, наверное, еще, я думаю. Че деньги-то тратить? Да мы даже еще половину не исследовали. Да. Это куда? К кораблю как раз. А, в ту сторону. А, мы там зашли. С другой стороны, да? Да. Пойдем в другую постройку. Стартап. Заработано 69 тысяч. Делец сразу. Предприниматель. А что в этой красной коробочке-то? Сейчас он это. Во. Слушай, что-то глючит. Да, по-моему, надо перезапускаться. Ну, мы сейчас посмотрим, что в этом здании еще. Ой. Тоже сидят. Еще кто-то. Здорово. Хай. Там на стене технология. Да. О. Еще что-то. Исследовать образец. О, хорошо. Плазма-бластер. Граната для взрывного разрушения. Нам бы пушку крутую еще какую-нибудь найти. А это тоже? Что такое? Ну, спасибо. Странно. А это что? Вот это, да. Установить щит. А тебе не нужно, у тебя нормально было. Ты у прошлого. Первая помощь. Восстановил его. Ну ладно, подумаешь. Давай пообщаемся. Давай.
текущие отношения клиента. Воздух вокруг создания наполнен зловонием. Оно проникает в мой экзокостюм, и я начинаю задыхаться. Заметив мое отвращение, торговец ударяет клювом о какой-то элемент. Он разбивает неизвестное вещество на куски и глотает их целиком. Торговец издает громкий булькающий звук и выпускает облако душистого газа. Существо отряхивает свои руки, смотрит на меня и довольно улыбается. Это он, наверное, вот такую штуку сожрал, вот какая у нас была, мы ее продали. Помнишь, там написали как раз, что... Да-да-да-да-да, точно. То есть это геки? Да, это же геки, ну, точно. Да. Ну-ка, у нас ничего нет, мы им дадим углерод. Фу, я что-то напрягся немножко. Ну, ему явно что-то другое хотелось бы. Наверное, геридий. Да, скорее всего, геридий. А так бы, наверное, чертеж дал бы или, я не знаю, дружить бы стал больше. Ага, отражатель. Ну. Что за завершён важный этап путешествия опять? А, известный, конечно. Как-то вы глобально эти ачивки все показываете. Надо было в уголочке аккуратненько, да? Да, да, да. Так а ты возьми геридий с корабля и дай ему. Так он уже не хочет. Так все. А что ты поторопился тогда? Ну, поторопился. Что это такое? Форма жизни, которая работает или работала в этом сооружении, оставила оборудование, предназначенное для поиска интересных систем и космических явлений. В его отсутствии оно наткнулось на месторождение золота. Маяк отправил сигнал, и сообщение ожидает ответа. 12-12, 21-21, 12-12. Там координаты, что ли, какие-то есть? У золота. Не знаю, ввести 21-12, 12-12 или 21-21. 21-21, наверное, если по логике. Это какая-то загадочка небольшая, что ли? Возможно. Ну, если смотреть по логике... О, я открываю область в глубине космоса. Космоса? Что-то высоковато. Сплошные вопросы. А, вон там. Руины какие-то. А, хорошо. Вот этим гадам, короче, нам нужно давать только... Геридий. Геридий, да. Сюда нас не пустят. Опять Атлас Пас 2. Прикольно. Тебе, наверное, другом нужно быть им, чтобы оно открывалось. Возможно, или дальше по сюжету идти. Ты же репутацию какую-то прокачиваешь. Тебе пишут, геки стали относиться к вам лучше. Да. Вот если бы ты ему дал Гериди, тебе бы написали. Геки стали относиться к вам лучше. А ты ему дал углерод. Хорошо. Там пещера какая-то справа. Куда полетим? Дальше, куда планировали? Да, наверное. Ты чего? Ничего, просто я тут смотрю, что ничего нет интересного. Догоди, надо сохраниться там. И перезайти. А то мне этот звук несколько раздражает. Это он там снизу ругается? Ну да. Топает там, говорит. О! О, там какие-то штуки. Что за фигня? Женский хищник, насекомоядное. Хищник? Колеблющийся возраст. Вот не надо. О! Тебе же сказали хищник. Но я-то не насекомое же, ну что у меня есть пока потенция. Не попробует, не узнает. Вдруг он такими насекомыми питается, как ты. Офигеть. Вот что это за кочки вот? Мы такие, по-моему, сканировали, сканировали, да? Сканировали, да. Да. Грибы были, плутоний, деревья были. Плутоний вижу. А, ничего не видел. Убегаем. Не пойман, не вор.
Надо он это правее здоровый кусок, он, смотри, светится какой. Подожди, мы вот это видели? Мы это не видели. Правее, вот давай сначала посмотрим. Опять на меня тут какая-то фигня грызается. Она убежала уже. Что правее? Вот плутония еще, большие куски. Нам же для заправки корабля его нужно. Нам не так уж много его надо. Ну ладно. Но много не мало. А, ничего не трогаем! Здрасте. О, ты что, дерешься-то? Мы же тебя уже распознали. Это другая. Это тот же самый вид, но... Они летают, что ли? Прыгает, наверное, я не знаю. Вон убежала толстая какая-то. Ай! Ну, побежали от него. А то он нас так и будет клевать. Ну, он, кстати, не слабо так дерется-то. Вот зараза. Заправить щит нужно. Женский... Они тоже агрессивные? Не знаю. Я щит не могу заправлять. Мне нечем заправлять щит. Вроде. А как? Что-то новенькое, смотри, кристаллы какие-то синие. И да. У тебя за спиной такой. Да-да-да. Кризонит. Нам нужно до корабля добраться. Мы не сохранялись давно. А это что еще такое? Что? Точка, видишь, какая-то? Не знаю. Где этот толстый там носился? Ты его не успел отсканировать. Да. Ленивый. Ага. Растительность. Но при этом агрессивная достаточно. Или а где он агрессивный? Там он непонятно нас... было, кто кого, чего. Нас просто подгоняли. Ну вон они носятся, обе эти агрессивные твари. Вот же гады. Давай справа спустимся где-нибудь. О, молодец. Какой-то цветочек. Взяли, укусили нас. Они там, по-моему, все бегут за нами. Бежим! Кризонит. А зачем он нужен? Вопрос. Я пока не видел нигде его. Заберем, наверное, на всякий. Ну, если нам позволят, а то сейчас опять начнут драться. А, там это прилетело как раз. Ага. Побежали в корабль. Ой, зачем я потратил-то? А что потратил? Мысль была зарядить щит, попробовать им, а в итоге потратил, ну, какую-то ячейку дорогую там. Вроде бы. А! Все, выпросили. Давай в помещение забежим. К этому, к торговцу. Да-да-да. А, все, смотри, сбросилось. Деактивировано. Давай, все, сейчас зайдем. И выйдем. Фу! Да, все, теперь надо игру перезапускать. Что-то работает не так. Явно.